Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я хочу вам показать виджет, с помощью которого можно делать любой ваш текст в виде вот таких вот конфет. Все, наверное, видели у Санта-Клауса конфеты такие полосатые в виде палочки, а на конце она как бы загибается, да? И вот теперь есть такой виджет, с помощью которого мы можем имитировать такой эффект на любом вашем тексте. Сейчас вы видите перед вами, как это работает. И давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим данный виджет изнутри. Из библиотеки виджет перетаскиваю на холст. Недостатки данного виджета то, что у него бэкграунд, заливка фона, там, где располагается текст, мы не можем сменить. Она у нас белого цвета. Если у вас сзади будет бэкграунд другого цвета, то у вас будет вот такой прямоугольник белого цвета. И также шрифт сменить здесь нельзя. Меняется только текст и размер букв. В настройках в первом поле текст мы пишем любой какой-то свой текст. И размер, общий размер текста. Поставлю 100. И можете разместить его там, где вам нравится. Вот, в принципе, все настройки. Давайте посмотрим, как выглядит в браузере. Вот таким вот образом это работает. Если вам понравился данный виджет, вы его сможете скачать у меня на сайте. Ссылочка будет под этим видео. До новых встреч! Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!